Наконец-то! Наконец-то этот день настал. День, когда Ульяновск станет центром притяжения для спортсменов со всей страны и стран СНГ. День, когда настроение жителям и гостям города поднимут звездные гости, звезды спорта и эстрады. День, когда в Ульяновске начинается масштабное спортивное событие, к которому готовились 365 дней. Первый не только в России, но и в мире. Сегодня в Ульяновске официально стартовал фестиваль национальных видов спорта и игр государств-участников стран СНГ. Масштабное спортивное мероприятие продлится в городе 3 дня и станет главным событием этого месяца всей страны. Наш регион, кстати, уже имеет опыт проведения подобных мероприятий. В прошлом году мы приветствовали участников чемпионата мира по хоккею с мячом. Фестиваль включает в себя 10 основных и несколько показательных видов спорта. Соответственно, здесь большая палитра спортсменов и спортивные подготовки, инвентаря и так далее. Вот. Кроме того, это у нас представлены здесь страны СНГ, а тогда, в принципе, был представлен весь мир. Вот. Поэтому разница действительно есть, но в целом какие-то алгоритмы подготовки мероприятий, они одинаковые. В течение нескольких дней сотни спортсменов из 10 стран будут играть в лапту, городки, шашки, стрелять из лука, бороться в самбо и тягать гири. Но прежде всех участников ждет фееричная церемония открытия. Итак, камера, мотор, обратный отсчет начали. Первыми на сцену вышли? Нет, поскакали кони. Оседлали их бравые красавцы. В руке одного из них – перо жар-птицы, главного символа фестиваля. Ведущими церемонии стали его генеральный режиссер, известный российский фигурист Илья Вербух и ульяновская телеведущая Диана Кавелла. Фестиваль национальных видов спорта и игр удивит нас необычными состязаниями и уверенно вдохновит нас на занятия самыми разными видами спорта. Визуализировали все происходящее на экране артисты на сцене. Талантливые ребята, к примеру, изображали летящую стрелу или многокилограммовую гирю. Затем один красочный номер сменялся другим. Атмосферу драйва и огня создали виртуозы мотоциклетного вида спорта. Ребята поднимали на дыбы железных коней и крутились на них вокруг собственной же оси. Затем один из мотоциклистов привез на сцену первого звездного гостя церемонии – певицу Юлианну Караулову. Не застал себя ждать Дима Билан. На сцену он вышел сразу после своей коллеги по цеху. Принять участие в торжественной церемонии открытия приехал министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. Организаторы фестиваля поставили перед собой серьезную и чрезвычайно важную задачу – продемонстрировать уникальные спортивные традиции государств-участников СНГ. Затем поприветствовать участников фестиваля и всех присутствующих вышел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В реализацию всего этого огромного проекта часть своей души вложили все жители Ульяновской области. Благодаря всем нам появилась возможность провести соревнования, которые, а я в этом нисколько не сомневаюсь, запомнятся. Торжественная церемония открытия завершилась гимном Российской Федерации. Таким образом, старт фестивалю дан. А это значит, что до 16 августа город окунется в атмосферу спорта, здорового образа жизни и культуру народов мира. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.